О, амигос, всем хорошего настроения и приятного просмотра. С вами GameCast, и мы продолжаем нашу головоломку. Теоретически, что мы можем спалить, кроме бревна? Ленту. Она, по крайней мере, стала сюда. Ну, давайте подпалим. Горит. Квадрат есть. Но не активируется почему-то. Почему? Что это? Я что-то тогда, по-моему, сделал, да, чтобы она сработала? Или нет? Как эта фигня сработала в прошлый раз? Креветку поджарить вроде нельзя. Как я в прошлый раз прошел? Что-то не припоминается. Я как-то прошел, сам не понял как. Какого-то фрагмента не хватает, а чего только непонятно. Картина вроде собрана. Вывинтить картину как-то? Поменять местами? А как? Креветка. Привет. А, квадрат ставить надо туда. Сначала. Точно. То есть не просто так. Пространство временный континуум, да? Следующий. Осень. 1971, да, по-моему? Итак, тут уже горит камин. Но есть какие-то пятна крови. Что за шторкой? Тяжело поднять опять. Допустим. Привет. Я тебя видел. Я тебя знаю. Да ладно, не страшно. На при свете дня он не появляется. Что-то надо другое. Ты что паникуешь? Не паникуй ты. Так, две картины собрал, да? Тут уже пусто. Угу, запчасть. Застряла. Нож. Кровавый нож. Стоит его брать ли в руки? Что там с цветком непонятное? Ладно. Прошлое никогда не мертво. Это даже не прошлое. Может, тебе нож дать?
Так, он не хочет появляться. Ой. Что за гадость? Попугай кокнул. Что ты за человек-то такой? Беспредельщик, блин. Обычно в лампочках что-то есть. Может, это не тот случай. Телек зато в этот раз есть. Цифры есть. Что еще тут есть? Я боюсь совершить что-то ужасное. Третий кусок. Остается четвертый. Может, при свете дня лучше видно. Нож-то еще нужен или нет? Ладно. Нож, печка, картины, ничего. Пока у нас ничего. Давайте воткнем то, что есть. Номер тут какой-то. Двенадцать десять. Можно позвонить. Только 12.10 что-то маловато, по-моему. Тесно, лампа одна. Чем ножом еще можем сделать? Горячо. Вообще-то позвонить нельзя. Так что тут, возможно, канал все-таки. Так. Пу-пу-ру-пу-пу. Где-то какой-то фрагмент, который мы не заметили, да? У нас нет ни спичек, ничего такого. Чем мы можем?
не приходит больше, не знаю. Может, нож помыть надо сначала? Не моется. У реки, так сказать, убрать. По-любому там еще какой-то номер. Телевизор. Что-то телевизор явно нужен. Вот какие цифры только. Просто, может, по каналам? Первый канал. Шесть. Что означает шесть? Один, шесть, один. Яйца. Время. 4 часа. Почему не подходит? Потому что так было. Может, наоборот? Нет. Что за фигня? Четыре, может? Пять. Три. Два. Пять. Четыре. Это надо было комбинацию делать, понятно. Кровяк потекла. Глаз какой-то. Чё ты не берешься? Хорошо летать там. Ты чего? Куда ты полетела-то? Вот ты где. Не знаю, что это, или это просто дата. Дата смерти? Это нам уже не нужно, наверное.
Так, следующий год. Зима, да? Итак, далее. Тут теперь какая-то полоса. Тут какие-то провода. Фрагмент чертежа. Что-то можно дернуть. Что это дернуть можно, непонятно. Тут теперь много чего. Телефон плюс топливо равно Чего? Куб плюс огонь выбраться из воспоминания. Изменить прошлое. Выбраться из воспоминания. Тут вообще непонятно, что за грибы. Ладно. Синий куб плюс огонь выбраться из воспоминания. Изменить прошлое. Телефон плюс топливо. Ладно. Нифига себе, непонятно, но будем пробовать. 13:10. Что-то нам это дает или нет? Я в машину времени сделал, типа того. Получается так. Спички. Топорик. Дров нарубать. Вот телефон и топливо. Да, понял. Ну, не совсем понял, но понял. Телефон, топливо, равно какие-то воспоминания. Доски заколотил. Топориком? Бревно. Разбил окно. Что это мне дает разбитое окно? Засунуть туда голову, руку, ногу. Зачем я это сделал? Табурет. Ничего пока нету тут. Единственное, что я могу подпалить, это свечку. Так я и не понял, зачем все-таки эта свечка. Я ее подпаливаю все время. Дальше, в ящиках, по-моему, ничего не было. Я уже проверил, да? Фрагмент чертежа. Зачем я разбил окно? И стул, который никак не реагирует. Коктейль сделать из чего-то. Из чего-то можно. Воду туда не хочет. Стакан. Стакан воды. Воду можно сюда, допустим. Стакан еще нужен. Закрыто. А вот и часы нужны, да, были? Для чего? Потому что часы раньше не взаимодействовали. Допустим. Что-то там в лампе точно должно быть. Ну давайте чертеж пока повставляем, чтоб лишних предметов не было. Вода. Подпалили, ладно. Куда еще вода может быть? Кроме как цветок полить. Нет. Бревно потушить. Снова. Непонятно зачем. Стакан воды вылить за окно. Много вопросов зачем.
Если стаканом тушить. Нет, в этот раз не тухнет огонь. Ладно, давайте часы проверять. Нет, не будем проверять. На сейчас, наверное, все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Вам не нужно, мне приятно. Сейчас больше, тем интереснее, веселее и так далее и тому подобное. С вами был GameKS, и это наша головоломка. Продолжим в следующий раз. Добро, бобров.